Мы готовим приманку для крыс. Перед вами лучшие крысоловы района. Друзья мои, вот это завтрак для крысы, а это завтрак для крысоловов. Мы в гостях у крысолова. Лова, лова. Ловим на колбасу коневскую. В нашем случае ловля на живца. Все, камера установлена. Время 3:20. Как раз обед. Приятного аппетита. У меня есть волшебный пульт. К нам приехал крысолов. Три, смотри. Здравствуйте, вы Тимофей? Крысу пока не вижу, вижу двух сомнительных хомяков. Добрый день, молодец. Это кто? Хомяков. Здравствуйте, Алексей. 15:40, установил контакт. Кто это? Он меня нашел ВКонтакте, только что добавил, таким добрым. Мы, короче, пытались ловить самостоятельно крысу, ну, пойдемте. Нас смешили, пойдемте покажете. Так, внимание, мы заходим за крысой. 14:01, я вхожу. Сынок, шаг в сторону. Если такая гнида кинется кому-то из нас на горло, этот парень не жилет. Что за колбаса? Коневская, по-моему. Ты думаешь, животное дура тебе на коневскую? То хотя бы есть сочинскую. Сочинскую режьте. Я вижу, как эта особь ползла по потолку, оставляла свои котихи. Господи, что это, кровь? Принесите мне... Сейчас я оглушу эту тварину. Сейчас она подумает, что это синица пришла в гости. Жорик! Жорик, это синица! Где ты его нашел? Жорик! На стенном рынке, он животными торгует. Может, дома ее нет. А что он делает? Как первого за часа два так сидит? Часа два? А где он? А вот он. Я уже почти поймал. Уйдите! Уйдите, я уже почти поймал. Ай, блин. Чувак, он дрочил. Он не космонавт? Это не Гагарин? Скажите, а вы не Гагарин? Нет, конечно. Отключил электроэнергосбережение. Пытаюсь отходить незаметно. Да он какой-то сумасшедший. Что? А вы это, перед норой срать не пробовали? А когда крыса умрет? Не знаю, может лет через 20, через 30. Сильный яд. Нет, нам... Крысолов Тимофей уехал. Сказал, нужно ждать 3 дня. Только зачем 3? Если рядом воробей, я поставлю пушку, если... Ой, блядь! Ай, оп!